В Омской области следователи расследуют зверское убийство инвалида. Трагедия произошла в Горьковском районе. По версии следствия, 33-летний местный житель зарезал своего приятеля. Накануне мужчины изрядно выпили, обмывали новую печь в доме. Почему празднование переросло в кровавую драму, смотрите сегодня в программе «Жесть». Она выходит по будням в 18:50 и в 19:50.